Здравствуйте, в эфире новости на телеканале НТС, в студии Айджан Казакбаева. Только вышли на свободу и снова за грабежи. Столичные оперативники задержали группу, орудовавшую в Бишкеке и Чуйской области. Освободившиеся месяц назад с мест заключения уголовники снова собрали преступную группу и совершили ряд вооруженных нападений на магазины и торговые точки. По данным ГУВД столицы, задержанные причастны к ограблению в микрорайоне Джал. Минувшую субботу злоумышленники, надев маски, ворвались в местный магазин и угрозами забрали с кассы 80 тысяч сомов. Поймались грабители, когда намеревались совершить очередное разбойное нападение. При досмотре у задержанных были обнаружены два револьвера, патроны и другие вещественные доказательства. В ходе следствия проверят причастность членов группировки и к другим аналогичным преступлениям. В Баткене перевернулся бензовоз с топливом. Авария произошла на 125-м километре дороги Ош-Баткен из Фана. Автоцистерна перевозила 40 тонн солярки. В результате все топливо разлилось на дорогу. Как сообщает пресс-служба МЧС, водитель автомобиля не справился с управлением. Машина выехала на обочину и перевернулась. Пострадавших нет. На месте работает пожарный расчет. Задержан вербовщик-экстремист, причастный к переправке людей в Сирию. Как сообщает пресс-служба ГКНБ, задержанный ранее уже был судим за пропаганду джихадизма. Во время обыска у него обнаружены изъяты сотовые телефоны, электронные носители информации, а также религиозная литература. По результатам теологической экспертизы, обнаруженные на электронных носителях материалы являются экстремистскими, сообщают ГКНБ. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в СИЗО, ведется следствие. Москва окончательно списала Бишкеку остаток долга. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Речь, напомним, идет о 240 миллионах долларов. Как сообщается на официальном сайте российского лидера, это стало возможным после подписания ратификации протокола к межправительственному соглашению с Кыргызстаном. В прошлом году президенты двух стран пришли к договоренности об единовременном списании остатка задолженности. В итоге все кредиты нашей республики перед Россией в сумме почти 489 миллионов долларов на сегодня считаются списанными. Благодаря этому уровень внешних заимствований к ВВП сократился на 3,8%. Отметим, общий госдолг Кыргызстана на данный момент колеблется на уровне 4,5 миллиардов долларов. Не было тепла, не будет и оплаты. За 5 дней января жителей Бишкека плата за теплоэнергию взиматься не будет. Такое решение сегодня было озвучено на сессии столичного горкинеша. Напомним, авария на ТЭЦ произошла 26 января в самый пик аномальных холодов. Ночью температура воздуха опускалась ниже 25 градусов. Поставляемая тепловая энергия не соответствовала техническим параметрам, из-за чего в многоквартирных домах, школах и больницах резко понизилась температура. Восстановить подачу тепла удалось только через 5 дней. По факту происшествия на ТЭЦ возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Появился очередной потенциальный покупатель оператора сотовой связи «Мегаком». В фонд по управлению государственным имуществом поступило письмо от швейцарской компании «Альф Консалтинг», которая выразила готовность приобрести 100% акций «Альфа Телекома». В данное время письмо изучают. Со своей стороны фонд госимущества направил запрос в МИД на эту компанию, чтобы изучить финансовую историю и репутацию покупателя. Отметим, что это не первая попытка продать «Мегаком». Последний раз компанию выставили на продажу, снизив стоимость до 13,5 миллиардов сомов. Тогда мобильным оператором заинтересовалась гражданка России Елена Нагорная, занимающаяся продажей африканских чая и кофе в России. Но позже Нагорная отказалась от сделки. Напомним, акции ЗАО «Альфа Телеком» включены в перечень объектов, подлежащих приватизации. В настоящее время фонд госимущества готовится к проведению тендера. Будет проведена работа по повторной оценке объекта. В стране продолжают дорожать ГСМ. Литр бензина марки АИ-92 сегодня в среднем стоит около 41 сома. В целом, по данным Ассоциации нефтетрейдеров, цена на бензин выросла на 80 тыинов, дизельное топливо на 2 сома. Специалисты связывают это с ситуацией на российском рынке, где наблюдается рост оптовых цен на нефтепродукты. Если стоимость бензина в России за последний месяц выросла на 3,5%, то солярки на 7%. Другая причина подорожания топлива кроется в увеличении спроса на ГСМ в Казахстане и Узбекистане. В этой связи в течение февраля ассоциация прогнозирует подорожание топлива в среднем на 4-6%.
27 заболевших корью по всей стране. Отечественные медики зафиксировали привезенный из Москвы вирус инфекции. Носителями оказались мать и двое детей, прилетевшие в Бишкек из России. Однако эпидемией количество заболеваний назвать нельзя, успокаивают медики. Вирус поразил лишь людей, оказавшихся в контакте с больными детьми. Илюша, ты не бойся, ладно? Маленькому Илье чуть больше года. Вместе с мамой Татьяной у малыша сегодня очередной плановый осмотр педиатра. Ребенка готовят к вакцинации против кори. Кроме Ильи, у Татьяны есть старший сын. А потому, как организм ребенка реагирует на вакцинацию, женщина знает не понаслышке. Сейчас идет вот слухи, что идет прям эпидемия развития краснухи, получается, да? А кори краснухи как это. Поэтому, чтобы своих деток уберечь, поэтому решились на прививку. Мы ходили к педиатру, нам педиатр говорит, да, вы можете пройти, но до этого мы делали это, где супрастин давали за 2-3 дня до прививки, потому что, чтобы сильно такой реакции не было, если температура, там нам говорили, что в течение какого-то времени следить. Если есть температура, сильно повышается, тогда ее парацетамола мы понижали. А так, в принципе, таких никаких осложнений у нас не было. Прежде чем приступить к вакцинации, ребенка обязательно осматривает квалифицированный доктор. Специалист устанавливает, нет ли каких-либо противопоказаний для прививки или сопутствующих заболеваний. Если педиатр наблюдает у малыша ОРВИ, то плановая прививка переносится не меньше, чем на неделю. Эта вакцина называется ПКВ. Это живая вакцина и состоит из трех компонентов. Это корь, краснуха, паротит. Эта прививка переносится очень легко. Она иногда только дает температуру, и то одного, может быть, по наблюдениям из 100, ну, может быть, через 7-9 дней температура 39, беспричинно или легкое высыпание. Противопоказание может быть судорожный синдром, какие-то состояния, которые декомпенсированы. А так, в основном, в стадии компенсации мы делаем все прививки. Корь – это вирусное заболевание. В народе ее называют подъездной болезнью. То есть, если в подъезде многоэтажного дома есть хоть один заболевший этой вирусной инфекцией, то вероятность заражения всех соседей – 95%. По такой схеме в столице сегодня около 30 человек заразились привезенным вирусом кори. Молодая мама с двумя детьми прилетела из Москвы. У малышей позже была диагностирована корь в латентной форме. В отделении, в котором мы находимся, это боксированное отделение. На сегодняшний день 11 человек лежит детей с диагнозом корь под вопросом, то есть в стадии диагностики. И в 4-м отделении у нас лежит 7 человек с подтвержденной корью. Это заболевание опасно своими осложнениями. Вирус кори, он действует на иммунную систему человеческого организма, и после перенесенной кори развивается так называемая анергия, то есть организм становится уязвим в плане присоединения вторичных инфекций. Прививка от кори входит в перечень обязательных вакцинаций. Несмотря на это, возрастает количество так называемых отказников. Зачастую это родители, которые либо переживают за реакцию организма на вакцину, или тому противоречат их религиозные убеждения. Однако медики настаивают на том, что прививать ребенка от кори необходимо, причем вакцинируют детей дважды, в период с года до 2 лет и с 6 до 7. На сегодняшний день у нас идет регистрация случаев заболеваемости кори среди контактных лиц, которые были в контакте вот с этими завозными случаями. На сегодняшний день у нас, конечно, со стороны Министерства здравоохранения усилена работа по активному выявлению больных для того, чтобы локализовать и ликвидировать данное заболевание. У нас на сегодняшний день более 80 подозрительных случаев, но лабораторно подтвержденных 27 случаев. Эпицентр заболевания расположился в столице и на юге страны, в Джалалабадской области. Связано это как с внешней, так и с внутренней миграцией населения. В связи с этим центры семейной медицины и районные поликлиники в достаточном количестве обеспечены необходимыми вакцинами и в усиленном режиме на бесплатной основе проводят прививание как детей, так и взрослых. Сабина Дамаскина, Алтынбек Каныбекулу, НТС. Небольшое уточнение к информации, прозвучавшей накануне в нашем выпуске. В эфире нашего телеканала был показан материал о драке между курсантами и школьниками, которую предотвратили милиционеры. Учащиеся 12-й школы не имеют к этому никакого отношения. Чуть не подрались ученики военного училища и предварительно ученики 72-й школы. В самом учебном заведении, напомним, уточнили, что в перепалке участвовали выпускники школы.
Историческому музею присвоен статус национального. Указ, как информирует пресс-служба главы государства, уже подписал Сооронбай Жээнбеков. Отмечается, что статус национального позволит провести в музее оптимизацию системы управления, скорректировать штатную численность и финансирование этого госучреждения. Напомним, в Историческом музее с 2016 года проводится капитальный ремонт. По плану обновленное здание откроется в марте. В музее реставрировали внутренние помещения, крышу, подлежат замене коммуникации, а также будет установлено новое оборудование и медийной комплектацией. Это были все события к этому часу. Не пропустите вечерние выпуски новостей в 20:30 и в 21:30. До встречи.